Акт помилования, подписанный главой государства в честь 26-летия принятия Конституции страны, не просто подарил некогда оступившимся и теперь глубоко раскаявшимся гражданам возможность вернуться в свои семьи, начать жизнь с пониманием и осознанием истинных человеческих ценностей. Государство проявляет заботу и об их моральной, духовной и практической адаптации в современном обществе. В начале этих историй обычно всегда значатся цифры. И на этот раз в соответствии с пунктом 23 статьи 93 основного закона 136 осужденных помиловал президент. В биографию 30 из них отныне вписаны слова «полное освобождение». 26 получили свободу условно-досрочно. Для 42 наказание заменили более мягким. Şu oylam bağır iki yandı, şuna kadar kursan buldum. Kursan çiligim, o yüzden çeksiziydi. Bu okullarını kütardım. Не представляете, сколько раз мне снился родной дом, вспоминает Бабур Каримов. Несколько лет назад, совершив преступление, он лишился свободы. А теперь обрел ее снова. И пояснения думаются ни к чему, когда говорит счастливое сердце мамы. Президентімізге мінам і рахмат. Шунчалик аф берип, чиказганлигига, мен фарзандимга ишонаман. Содиқ фарзанд бўлади халқига. Асам Бабур настроен начать все с чистого листа, и его благодарность безмерна. Мен жазо муддатимни ўтаб чиқдим. Ходимлар томонидан менга олиб борилган профилактика ишларида анча нарсани тушуниб етдим мана. Менга ишонч билдирилганлиги, мен ўша ишончларни ўзимнинг ҳалол меҳнатларим билан халқим учун мана ишлага жойлашганман. Уже ишлаб, меҳнатимни оқлайман. Это только один семейный очаг. Одна судьба. А сколько их, которым снова подарили надежду. И они не предоставлены сами себе, вернувшись к любимым и родным. Прорабатывается все, чтобы как можно оптимальнее влиться в общество. Составили рабочую группу в Хакимиате Алмазарского района. Приехали в дом к Бабуру, изучили ситуацию. Для получения биометрического паспорта были выполнены все процедуры. Проработаны также вопросы трудоустройства. Было подано заявление в жилищный отдел местной администрации. Все будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Изучим условия быта семьи и для их улучшения обеспечим новой жилплощади. Оступиться однажды не значит конец. Если тебе судьба дарит шанс, это как родиться заново. Говорят те, кому протянули не только руку, но и открыли сердце.